Люди уже не могут представить свою жизнь без бытовой техники и приборов. Но не каждый человек действительно знает о том большом разнообразии вещей, которые помогают облегчать жизнь. А вот продавцы-консультанты «Глобуса» знают и готовы помочь клиентам сделать правильный выбор. Все о данной специальности расскажем в нашей рубрике «Профессионалы». Продавец-консультант – это сотрудник, в задачи которого входит не только выдача товара с витрины, но и консультирование покупателей. Специалист рекомендует, какой товар лучше приобрести, отвечает на вопросы, помогает принять верное решение. По мнению Кирилла Фролова, который за 2 года прошел карьерный взлет от продавца-консультанта до начальника отдела в гипермаркете «Глобус», один из основных навыков профессии состоит в умении правильно общаться с покупателями. В нашей профессии все интересно, все увлекательно, познавательно. Каждый новый сотрудник, который приходит работать в «Глобус», познает для себя что-то новое, открывает новые возможности, совершенствуется и всегда растет. Продавцы-консультанты очень востребованы на современном рынке труда. Это одна из самых популярных вакансий. Чаще всего должность доступна соискателям без профильного образования и опыта. Все требования, предъявляемые к искателям, можно условно разделить на 2 группы – профессиональные и личные. Например, для Кирилла к личным относится доскональное знание бытовой и электротехники, ведь именно с ней мужчина ежедневно имеет дело. Дело у нас специфическое, да, то есть это электротовары, с которыми нужно работать, уметь. И нашим покупателям мы всегда рады объяснить и рассказать, что работает и как включается. Всех сотрудников гипермаркета устраивают строго по трудовому кодексу. Все они всегда получают белую заработную плату плюс ежемесячную премию по итогам работы. Но это еще не все. Как и для всех сотрудников, так и для меня это возможность обучения, возможность роста как карьерного, так и профессионального. А кроме того, все работники могут воспользоваться скидками на покупки в гипермаркетах сети. Этим и воспользовался Кирилл Фролов. В ближайшее время он собирается в отпуск с семьей, поэтому начал покупать все необходимое. Для себя присмотрел мангал, щепу и все, что может пригодиться для пикника, а для детей – игрушки и товары для активного отдыха. Приходите и вы на Октябрьский проспект, дом 101. «Глобус» ждет вас за покупками и на работу.